Жерех. Второе пришествие. Май. Клуб рыболов Одесса. Десанту готов. Вы видели вот это всплеск? Саша, не надо так напрягаться. Спиннинги сломаешь. Все, бросаю курить. Становлюсь ловцом жереха. Ой, не смешите мой гаджет. Бросит он. Сказал же брошу. Сейчас пойдем и споймем. По-моему, произошла поклевка у нашего товарища. Идем быстренько. Андрей, по-моему, это первый в жизни твой жерех. И, по-моему, рыбка еще та. Не стесняйся. Не-не-не. Давай. Вверх удилище. Не дай ему уйти далеко. Красавец. Вот он наш любимый. Ну-ка, дай-ка я его водички покажу. Ну-ка, сюда ко мне его дай. Да, это жерех. Это именно то, зачем мы сегодня сюда приехали. Замечательный красавец. Ну, да тут килограмм. Да ладно. Взял на черную муху. Я же тебе говорил, надо муху не взять. Ну что ж, коллега, я вас поздравляю. Я думаю, потихонечку дело пойдет. Халя. Итак, ваша традиционная фраза. Рыбачьи с нами. Рыбачьи с нами, да? Вместе с клубом рыболов Одесса. Эй, ты давай. Клуб рыболов Одесса. Сказано, сделано. Рыбалка рыбалкой, а завтрак по расписанию. Ребята, я сейчас, быстренько. Приятная беседа, задушевная компания. Что может быть лучше? Ну вот, съем еще один, и все. С хорошим аппетитом по жизни. Это наш конек. И вправду говорят, лучшая рыба – это колбаса. А я на прошлой рыбалке вот такую щуку видел. Свою весеннюю рыбалку на хищника клуб рыболов Одесса, как правило, начинает с охоты на жереха. Да-да, именно с охоты, и я не оговорился. И вправду, как назвать иначе лов этой быстрой и умной рыбы? Мы все хорошо знаем, что для поимки этой рыбы, поистине корсара водяных просторов, мало только лишь собрать набор блесен, воблеров и прочих рыболовных девайсов, придется еще и подобрать спиннинг, леску, катушку, подходящие для лова этого хищника. Надо будет еще хорошенечко подготовиться теоретически, плотно разобравшись с тактикой и техникой лова. А еще и это в идеале. Было бы здорово принять участие в рыбалке с опытными мастерами. Хорошо понимая это, клуб рыболов Одесса вот уже который год организует и проводит клубные рыбалки и рыболовные фестивали, тем самым помогая новичкам быстро освоить эффективные рыболовные техники и ультрасовременные девайсы. Рыбалка с клубом рыболов Одесса – это всегда отличный улов, прекрасная компания и море юмора и позитива. Рыбачьте с нами! Нашего приятеля. Ну что ж, дружище, покажите, что тут там все. Ой, какой бойкий. Ну-ка, дайте глянуть. Ну-ка. Ага, еще один жерех. Замечательный дунайский жерех. Ну, прекрасно, замечательно. Сопровождал вашу приманку. Поздравляю вас с замечательным трофеем. Ну что ж, мне кажется, вы уже сегодня начинаете перевыполнять норму коллег. Не завидуйте, это плохо. Не завидуйте? Слушайте, о чем вы говорите? Мы только рады за вас. Очередной трофей у Андрея. Ну что ж, поздравим нашего товарища. Ну что ж, поздравляем вас с очередным уловом и продолжаем вы. Рыбачьте с нами. Рыбачьте лучше. Так из новичков становятся просто рыболовными монстрами. Еще один отличный жерех на нашем кукане. И все-таки мухи ручной работы – это что-то особенное. Клуб рыболов Одесса всегда прекрасная компания и отличное настроение. Рыбачьте с нами!